Друзья, с вами снова Андрей, и я приветствую всех, кто изучает русский язык вместе с нами. На канале RusStories я читаю для вас забавные короткие истории на русском языке. Если вы учите русский язык, оставайтесь с нами, давайте учиться вместе. Сегодня я прочитаю для вас рассказ от лица программиста. Итак, поехали. Еще в школе я понял, что программирование и IT-сфера в целом – это единственное, что меня интересует в жизни. Поэтому я просто перестал интересоваться другим. И школой в первую очередь. Я прогуливал школу часто, так как любил до поздней ночи сидеть за компом, а днем спал. В результате я сильно отстал по многим важным предметам и в целом закончил школу с трудом. Но при этом я как-то умудрился поступить в университет. Помогло везение, иначе не объяснить. Но в универе мое узконаправленное хобби окупилось. Уже на втором курсе меня взяли на работу инженер-программистом в сотовую компанию с неплохой зарплатой. И с того момента я шел по карьерной лестнице быстрыми шагами вверх. Причем с каждым шагом мне было все интереснее и интереснее. Конечно, попадались проекты и работодатели, которые меня бесили. Но в целом мне всегда нравилась моя работа, потому что в первую очередь это было моим главным увлечением. От разработки я получал кайф. Периодически я пробовал создавать свои небольшие стартапы. Некоторые из них даже смогли мне принести небольшой доход в размере 1-2 миллионов рублей. Это совсем немного для стартапа. И в целом я сделал вывод, что из меня стартапер и бизнесмен никудышные. Поэтому в свои 38 лет я все еще работаю на дядю. Так сложилось. Я считаю это несправедливо, что в IT-секторе крайне высокие зарплаты. За 20 лет работы я смог заработать на все, что хотел. Я даже немного потерял интерес к деньгам. Поэтому параллельно решил заниматься благотворительными проектами и нашел пару новых хобби. А года 2-3 назад я открыл бесплатную школу веб-разработки на PHP. В мою школу в основном приходили ученики разных возрастов, от 18 до 45 лет, кто нацелился на IT-сферу в первую очередь ради улучшения материального положения. Исключения были, но крайне редкие. Первое время я обучал всех сам, индивидуально, небольшими группами, по 2-3 человека в свободное от работы время. Потом к моей школе присоединились несколько моих выпускников в знак благодарности. Они стали помогать проверять задания и отвечали на вопросы новичков. К сожалению, результаты работы бесплатной школы
меня не обрадовали. Из примерно 35-40 учеников только 5 смогли осилить обучение и дойти до конца. Из них только 4 трудоустроились. Куда делись остальные? Статистика примерно такая. 10 учеников пришли и даже не начали обучение. Просто добавились в группу, молча послушали и ушли. Точнее, даже не ушли. Они присутствуют в группе по обучению и периодически пишут мне, что скоро соберутся с мыслями и начнут учиться. Вот прям скоро-скоро. Некоторые уже 2 года собираются начать, но никак не могут. Примерно 10 учеников осилили первые задачи, самые легкие, но потом осознали, что у них чисто гуманитарный склад ума и продвинуться дальше не смогли. Я пробовал работать со многими из них индивидуально, всячески модифицировал программу обучения, чтобы объяснять максимально простым языком. Но все было напрасно. Примерно 10 учеников неплохо продвигались по программе обучения и осилили порядка 30-70% материала и задач. Но в какой-то момент, когда сложность задач стала чуть выше средней, они вдруг решили, что ну его нафиг. Многие честно сказали, что раньше думали, что печатать код и получать за это высокую зарплату – это весело. А теперь вдруг поняли, что писать код, критически мыслить, оптимизировать алгоритмы в голове – это ужасно сложно, и они не готовы насиловать свой мозг этим. Некоторые из учеников привыкли заниматься тривиальными и однотипными задачами в повседневной жизни, а в программировании часто каждая задача нетривиальна и требует выработки нового решения каждый раз. В этот момент они к программированию охладели. 5 учеников изначально имели математический и алгометрический склад ума, поэтому им было легче как на старте, так и в дальнейшем. Кроме этого, у некоторых из них была патовая жизненная ситуация, требующая смены деятельности. Именно такие быстрее всех дошли до финала. Они занимались в моей школе, параллельно читали книги, различные форумы, смотрели обучающие видео на YouTube. Они совмещали несколько источников информации, чтобы заполнить те пробелы, которые не удалось проработать со мной. И, наверное, это правильно, потому что меня самого никто не учил никогда. Я сам выбирал бесплатные или недорогие источники знаний и пополнял свою базу в течение всей жизни. Доволен ли я своей школой? Конечно же, нет. Я наивно думал о том, что открою дверь в IT
как минимум для 30-50% своих учеников. Я искренне радовался успехам 4 учеников, которые смогли трудоустроиться. Их доходы сейчас составляют от 90 тысяч рублей до 280 тысяч рублей. И они, а также их семьи и дети, стали чуть счастливее. Потому что все знают, что счастье не в деньгах, а в их количестве. Но в целом я расстроен результатом, и свою школу я решил закрыть. Если делать выводы по итогам моего эксперимента, то первое. Примерно 30% людей лень что-то менять и двигаться к какой-то цели. Им лень даже начинать что-то делать. Примерно 30% людей не хватает способностей, чтобы достичь нужной цели в тех областях, которые им нравятся. Именно природных способностей. Их мозг устроен и думает иначе, и больше заточен под другой вид деятельности. Примерно 30% людей не хочет заниматься тем, что им не нравится и что не является их хобби, даже если за это готовы хорошо платить, и даже если они могут добиться успеха. Они продолжают заниматься тем, что им нравится, и остаются там, где им комфортнее. Несмотря на то, что они недовольны своим финансовым положением. Четвертое. Примерно 10% людей способны попробовать себя в чем-то новом и достигнуть высоких результатов через боль и страдания. А еще я считаю, что все имеют право на достойную оплату труда и надеюсь, что когда-нибудь в России введут высокий минимум по зарплате, как в Швейцарии, например. Чтобы не было такого, что IT-специалист зарабатывает 300 тысяч рублей, а учитель 30 тысяч. Разница между профессиями может и должна быть, но не такая огромная. Друзья, вот такой рассказ. Очень надеюсь, что он вам понравился. Буду рад, если вы напишете, какие профессии являются самыми престижными и высокооплачиваемыми в вашей стране. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. Оставайтесь с нами. Огромной вам удачи и пока!